Всем привет, дорогие друзья! Хочу вам показать бой, который я сыграл на Артульке Су-14-1. Я на ней беру сейчас отметочки 3. Вот. Единственное, не смотрите, пожалуйста, на модик, потому что по отметкам, потому что он сейчас показывает неверно, так как это связано с воспроизведением реплея. Потому что по сложившейся уже ситуации я забыл поставить на запись стрим. И, соответственно, озвучиваю вам данный бой отдельно. Хоть мы находимся и в топе, это, к сожалению, это плоховато, когда ты играешь на арте, но бой окажется настрельным и очень хорошим. Бой будет на мастера. Итак, видим мы засвет ЛТшки, отстреливаемся в нее и кидаем куда-то рядом. Ну, надеюсь, хоть как-то ее повредили, хотя бы оглушили. Яма — это смертников, как я ее называю. Сюда обычно, если заезжают, ну, обычно живыми не выезжают, но не в этом, к сожалению, случае. Хоть и забегаю я немножко вперед. Так, скорпиончик, понятное дело, в этих кусточках сидит, да? Откидываемся мы в него, скорее всего. К сожалению, летит снаряд далеко от цели. Да, ушел, ушел. Вот отсюда, из ямки. Ушел абсолютно. К сожалению. Так, ребятушки, что я сделаю? Я сделаю... Верну назад наши настроечки с детализацией травки и всего-всего такого. Оп, вот так вот. Отлично, даем мы шотик втяжика, который на центре, но он, конечно же, нашу оглушку сразу же снимает. Засвечивается рядом ЛТ-вод, но переводится 5 секунд до выстрела. Уйдет он, да? Или будет сюда? Ай-яй-яй, не хватит углов, да? Да, не хватит углов, к сожалению. К сожалению, не хватит углов. Обидно. Так как он катается по бугорочку и подсвечивает нашу технику, конечно, он очень-очень мешает нашим. Давайте-ка посмотрим, обратим свое внимание на горку. Здесь пытаются наших давить. И нужно отстреливаться в ПТ-шку, потому как она бронированная и... Еще и на гусеницу ее поставили. Два в одном. Отлично. Падает рядом снаряд. 200 даем. И по оглушению очень здорово наши откидываются. Прям очень здорово, ребятки. Ой, как хорошо. Как же, может, добьют. 4 секунды остается. И, наверное, по ЛТшке нужно будет делать выстрел. Да? 2-3 секунды полет снаряда. Отлично. На соточку даем. Еще добавляют. Супер. Итого, да, несколько выстрелов, ребятки, и здравствуйте, так сказать, 1400, 1500 даже суммарочки мы уже имеем. И это здорово. Немножко решил сместиться вправо, но потом вспомнил, что ЛТшка-то живая, ребят. ЛТшка-то живая, и непонятно. А у нас стоят парни справа, видите, как-то вот не особо уверенно, скажем прямо. Снова обращаем свой взор сюда. Замечаем здесь стоящую Т-34 в кустах. Планируем в нее отбрасываться. Отлично. Даем соточку урона. Это приятно. Это здорово. Это приятно. Единственное, мало, конечно. Но маловато. Счет равный. Что по фрагам, что по уронию. Я думаю, она здесь. Откидываюсь еще раз. Да, и залетает прямое. Это отлично. Почему-то он не планирует. То ли он АФКшный, то ли он покушать отошел. То ли в туалет. Кто его знает. В общем-то, нас это мало волнует. Стреляем, да и стреляем. Или шотного все-таки добрать. Давайте посмотрим. Ну-ка. Отлично, ребят, прямое даем в ЛТшку, добираем, потому как все-таки ЛТшка — это цель приоритетная. И на арте, как бы, я понимаю, это сложно выполнимо, но стараться нужно всегда убить свет, если есть при этом возможность. Наши ЛТшки отлично светят 3-4. Да, АФКшер, ребят, наверное,
Он хотел повоевать, но отошел, видно, куда-то. Куда-то отошел. Чем мы благополучно и пользуемся, ребят? Засветов других нет, поэтому почему бы да и не популять, правильно? Отлично, даем по 150, хотя бы так, оглушаем. Вот, там кто-то уже еще пытается пострелять. Нормально. Уже имеем, ребят, 2000 суммарки в кармашке. Добьют его сами, наверное, я так понимаю, да? Да, зря откидался, обидно. Но хотел второй фраг сделать. Ну, у нас Фьюри добирает. Так бывает, ребят. Вижу, что там тяжик еще светится. Тяжик. Кустики и тяжик, ребят. Смотрю по мини-карте примерно и откидываюсь в то место, да? Полетела, конечно же, не туда. И принимаю решение смещаться все-таки левее. Потому как у нас здесь более уверенные позиции. Горку мы просвечиваем. Вот, а нашим не дает спокойствия вот этот алтывод. Но я его во внимание себе обязательно возьму. Забегу опять наперед немножко. Я его все-таки сниму. Следите за боем, ребятки. Так. Развитие событий идет никак. Света практически нету. Катается ЛТшка по бугру, ихняя, да? Гора наша немножко помалкивает. Вот он. Я очень хочу, очень его подловить, ребят. Откидываюсь. Не, и только оглушаю, ставлю, конечно, на гусеницу, 30 хп я нанес. Но некому отстреляться, понимаете, к сожалению. К сожалению, отстреляться некому. Так, 40 ТП. 40 ТП, это второй танк, который там засветился в одной позиции. Попробуем в него же дать. Не долетает снаряд, к сожалению. И Барсотта такой на полном ходу выскакивает. Засвечивается и резко сдает назад. Ну, вот такое вот принято решение от басового чувака. Тяжик, нам бы оглушить его. Глухануть, дать урон. Перелет случается, оглушили. И он сбрасывает нашу оглушку. Да что ж такое? Как же это мешает брать отметку-то? Обидно. А так он выскочил бортиком. На гусельку стал. 2,7 полет снаряда, кидаем. И даем прямое, ребят, это очень здорово, очень. Хелкаты должны здесь просто, как бы, ну, нивелировать, можно сказать. Ну что ж такое-то? Он же кружит нашу бурзу-мурзу. Попытаемся снять его. Рядом падает снаряд, не долетает, можно сказать. Даем 140 урона. А больше-то некому в него стрелять, правильно? А некому, ребятки, некому. Тот, кто мог это сделать, не попал. Пуделек светится. Давайте на него обратим свое внимание, да? О, его как раз в бортик там нашвыривают наши. Дважды. Сводимся, кидаем. Под танчик падает снарядик на 122 урона. Жаль, он откатился настолько вниз, что, ну, некак стрелять нашим-то. Некак. Обидно. Но все равно, 2500 суммарки уже, ребята. Это уже неплохо для 7-го-то уровня. А вот и вредитель главный. Главный вредитель, ребята. Который уже большую часть боя здесь светит нашу команду. Тайминги, ребят, не могу. Как бы вроде бы и нужно стрелять по другим, да, как бы нужно же играть на отметке. Я понимаю, краем уха, так сказать, что нужно снять эту ЛТшку. Но пока вариантов нету. Либо он светится тогда, когда я на КД, либо сведен на другую технику. Соответственно, переводиться, тратить, а он за это время исчезает просто. Горку там снимают, СТ-шку одну. Это хорошо, это полезно. Счет все равно примерно равный держится. Пытаюсь делать попытку отстрелить суперхелката. Думаю, что он в эту гряду стал, знаете. И попробовать его отстрелить.
ЛТХ отсветится, поэтому замечаем мы басова, который вот там до сих пор не понимает, что же тут делать-то. Сдает он назад, вперед. Что-то куда-то едет. Не решаюсь я кинуть выстрел. Ну да, и он отсвечивается. И опять засвечивается. Вот беда какая. Но его должны уже здесь откидывать, ребятки. Ой, хелкатик, ребят, хелкатика. Нужно снимать однозначно, а он за камушком. Вот она, ЛТшечка, вот она. Попробуем. Нет, нет. Не в этот раз. Не в этот раз. Надо кидать в хелката, давать ему стан. Так, в него может... Да-да-да, в него откидываются. Это очень здорово, ребят. И добирают. Что очень приятно. Все-таки твое внимание. Сводимся, ребят, сводимся. И будем бросать. Вот так. Отлично! Наконец-то мы его подлавливаем. Именно под свое КД, под все. Удачный выстрел. Мы снимаем ЛТшку. И, в принципе, это, наверное, решающий выстрел, который приведет нас к победе, потому как они теперь слепые. Сводимся. Здесь две ПТшечки стоит. Будем бросать фулово, потому как тот и так в прицеле у наших. Ой-ой-ой! Ну какой же перелет, ребята, даже не застанил. Даже стана не дал. Вот как обидно-то, а. Давайте-ка еще раз. Благо, КДшка быстрая, 19 секунд с половиной. Ну-ка. Ну, теперь дал-то стан, но 96 урона. Снаряд снова полетел куда-то в правую сторону, не туда, куда совсем нужно. К сожалению, да? Две секунды, будем еще делать бросочек. Правильно, ребят? Вот так вот, лишь бы застанить его. Отлично, даем в каточек. 230 урона, и пазик добирает его. Хорошо. Очень хорошо. Уже свыше 3000 суммарки. Что не может быть непрекрасным, да? Где-то еще хелкатик и арта. Ну, это уже дело техники при живой ЛТшке, конечно, которая что-то стала на захват и совсем не принимает участия в бою. Да, пока летит снаряд, хелкат со своей картонной броней лопается, соответственно, как и артиллерия. И это победа, ребят. Я думаю, то, что я снял ЛТшку, стало решающим фактором, который привел к победе. А вот и результаты боя, ребят. Это мастер, костолом, поддержка, 2500 урона, 1600 оглушки, потому как мы стреляли и в инвиз, и туда, и сюда. Получился по итогу классный бой. 1200 чистого опыта. Это здорово-то для арты-то, да, ребят? Мы в топе по урону среди обеих команд. Здоровский бой, и пофармили, и даже пробитие сделали, ребят. Скорее всего, это было в ЛТ-шку, да? А что я вам хочу сказать, ребят, не забывайте подписываться на канал, не забывайте ставить лайки и, соответственно, комментировать. Я буду очень рад, это помогает каналу развиваться. Всем пока-пока и удачных шотов!